Ранним утром 23 февраля 44 года сажали товарные вагоны, отправляли в сибирские казахские степи. Я думаю, на тот момент наши отцы, наши матеря, для них это был такой самый страшный день. Пишите только удобные слова, для того, что другие тут нельзя. Совершенно верно, только удобные. Это Кадыров любит неудобные вопросы. Он перед своей пресс-конференцией призывает задавать ему неудобные вопросы. А я наоборот говорю, только удобные. Задавайте мне удобные и приятные для меня вопросы. Ичкерия далеко не шариатом была, и далеко на нее не была похожа. Посмотри, послевоенное положение, там в 96-м году, обычная светская страна, только без РФ, так сказать. Очень интересное заявление. В 96-м году мы освободились только... Ну, в октябре были подписаны, да, в сентябре, точнее, были подписаны хасавюртовские эти соглашения в конце сентября, по-моему. И войска были выведены только 31 декабря 96-го года. То есть, в какой период ты смотришь в 96-м году на Ичкерию и делаешь такие выводы? Период до сентября, когда у нас была российская оккупация, там... была их власть, их дом правительства, Завгаев был у них там, их марионеткой, их наместником. Это время или после сентября, когда мы только заключили соглашение, еще власть не установлена, никакие органы государственной власти еще не работают, ничего подобного нет. Идет вывод войск, обмен там военнопленными и так далее, вот эти все моменты происходят. То есть 96-й год, как можно вообще рассматривать? Ну, это же очень странно. Выборы у нас прошли в 97-м году. Хотя бы, наверное, с 97-го года после выборов надо, наверное, смотреть. И если вы скажете, после вывода войск, было ли это государство, государство мусульман, основанным или, по крайней мере, стремящимся к полному соответствию исламским канонам, да, было. Были ли в нем проблемы? Да, конечно, были. Но это было мусульманское государство. Там действовали суды в соответствии с тем, что было ниспослано от Аллаха. Даже государственные силовые структуры были переименованы в соответствии с мусульманской терминологией. Например, МБД было переименовано в МШГБ, Министерство шариатской государственной безопасности, Исламский полк быстрого реагирования, там иные какие-то, там Шариатская гвардия, например. Ты говоришь, Северный Кавказ объединишь, но Дагестан не захочет, Ингушетия также будет против, они не простят за земли, которые отошли Чечне, не мечтай. Я и не говорю, чтобы мы в какое-то единое унитарное государство объединялись. Друзья, мы, наученные этим последним опытом, как раз-таки понимаем прекрасно, что ничего, насильно мил не будешь, никому ничего навязывать мы не хотим. Поэтому сейчас мы говорим только о свободе для своего государства. Другие страны, государства, народы Северного Кавказа, они сами должны к этому прийти, захотеть этого. Если они этого хотят, то мы чем можем, должны им помочь. Они отделяются. И дальше, если они хотят быть с нами одним государством, милости просим, никаких проблем. Если же они хотят быть отдельным, но чтобы мы при этом были в едином союзе, вообще никаких проблем. Давайте сделаем так. Это, в общем, наверное, будет более для нас сегодня приемлемо. Но мы должны с вами понимать, что наше будущее и наше настоящее, да и прошлое, оно у нас общее. И нам, мы обречены жить рядом друг с другом. Мы должны освободиться. Мы должны вот эти все вопросы, там, земельные, прочие какие-то у нас есть там конфликты. Эти все вопросы мы должны решить. Создать комиссии, куда войдут со всех сторон там авторитетные люди. И путем переговоров порешать эти вопросы. Если они уже в конце до концов так важны, они никак не решаются, да просто мораторий наложить на это все. Мы вообще об этом не говорим, так как между нами нет никаких границ. Мы все в единой границе, мы не намерены с вами рассадиться. Мы всегда будем вместе, будем братьями. Давайте просто забудем об этих проблемах. И все. Когда вопрос станет вот так, и на одной чаше весов будет висеть, будет лежать вот этот вопрос Единого Кавказа, как союза, да, независимых государств там, или в другом виде. Ну, давайте будем говорить о союзе кавказских государств независимых. Вот будет лежать на этой чаше весов вот этот вопрос. И на второй чаше весов лежать будет вопрос каких-то земельных, там, территориальных конфликтов наших внутренних. И будет зависеть, либо мы выбираем вот это и закрываем глаза на какие-то территориальные претензии, прощаем. Хоть мы и считаем, что мы вот нас сами здесь поступили несправедливо, мы правы, но ради вот этого мы это прощаем. Либо мы ради этого, чтобы вот с этой землей, куском земли вопрос решить, мы вот это вот обрекаем, все, нам не нужен нам этот союз. Когда вот так вопрос станет, я думаю, что
здравомыслящие, а большинство будет здравомыслящих людей, я думаю, они поймут, что вот это вопрос земельный не стоит того, чтобы мы ставили под вопрос наше единство, наш союз. Мы сделаем выбор в пользу этого. Так же, как сделали вот эти европейские страны. Вы знаете, сколько здесь было этих территориальных претензий? Но они вот так положили это на чашу весов и сделали выбор в пользу единого союза. Мы сделаем, иншаллах, то же самое. Тумсо, давай честно, это всего лишь твои мечты по объединению Северного Кавказа. Ты же знаешь, что некоторые республики не пойдут против России. Ник Фейс, отчасти ты, конечно, прав по поводу мечты, да, мечт. Да, это, безусловно, то, о чем я мечтаю. И так и должно быть. Мы должны перед собой ставить такие серьезные какие-то задачи. То есть мечтать мы тоже должны о серьезных вещах, а не просто там о каких-то благах этого мира. То есть отчасти я с тобой прав. Это мои мечты. Но являются ли эти мечты какими-то несбыточными? Если вот так ты спросишь. Нет, они не являются. Это вполне реальные, вполне сбыточные мечты. Как бы вам вот ни казалось сегодня, что вот есть страна, вот она мощная, там ничего быть не может, ну все, там монолит. Но история показывает, что все вот эти вот страны, империи, эти монолиты, это все вот так по щелчку пальца, как карточный домик, они разваливались. Мы видим, что бывают режимы, демонстрирующие какую-то непоколебимость, какую-то мощную силу. И мы видим, как один человек или там небольшая группа лиц может вмиг просто одним каким-то действием эту иллюзию разрушить. Мы сегодня видим это, допустим, с кадыровским режимом в Турции. Это было вот несколько месяцев назад, когда всякие представители этого пути Ахмата выходили в эфиры и говорили: в любом месте, покажите, мы, там любая нейтральная территория, мы приедем. Вас там, вы нас боитесь, мы там, вы даже если сказать, что я приеду, вы там, значит, свои штаны мочите, говорил Кадыров. Это было вот вчера. Вот настолько они были уверены в своем могуществе, они создавали эту иллюзию. Небольшая группа молодых чеченцев, небольшая, их буквально несколько человек. Эти люди в Турции просто одним-двумя какими-то актами всю эту иллюзию разрушили. Сегодня их зовут в Турцию. Приезжайте, говорят, вы же вроде говорили о нейтральной территории, что вы приедете в любое место, в любое время. И они не едут. Все теперь. И разговоры такие не ведут. Уже не говорят, скажите место, там, назначьте, мы приедем. Уже все, нет этого. Все, теперь только приезжайте к нам, вот здесь, в Чечне. Зачем мы должны куда-то ехать? Все поменялось, понимаете? Вот точно так же любая вот эта иллюзия какой-то невозможности, что вот Россия слишком там мощная, на Северный Кавказ, значит, она взяла под контроль, что там вот люди все, они не пойдут, там какие-то уже давно обрусели. Вон нам говорят осетины, они там вот форпост российский и так далее. Но это все лишь иллюзия, которую они создают, которая им выгодна. Когда ты общаешься с осетинами, с грузинами, с черкесами, карачаевцами, с любыми народностями Северного или вообще в целом Кавказа, то ты видишь, что там люди понимают, кто является врагом. Люди прекрасно понимают, что у нас общая история. Мы вот в разрезе истории 100 лет – это вчера. Это буквально вот вчера. 100 лет назад мы вместе, осетины, чеченцы, дагестанские там народы, да, кумыки, аварцы, там, ингуши, мы все вместе стремились к отделению и объединению. То есть мы потом после этого произошли там определенные события, нас оккупировали, и нам создали вот эту иллюзию, да, там заложили какие-то мины замедленного действия, конфликты у нас заложили. И сейчас нам кажется, что, о, мы берем все за голову и думаем, вот здесь земельный вопрос, вот здесь эти вообще, они, значит, не мусульмане, вот эти обрусели, вот здесь они вообще какие-то базы понаставили, да, нет, все, мы беремся за голову, но все это может просто в один миг маленькая группа людей изменить. Или маленькие группы людей. Один человек может стать причиной. Аллах может создать причину из того, что мы даже не предполагаем. Из какого-то катаклизма. Просто может ветер мощный обрушиться на Кремль, я не знаю. Понимаете, это вот какая-то причина, которую нам даст нам. Да? Мы будем стремиться к этому. Да? Либо мы сами создадим какую-то причину, либо Аллах даст нам своей милостью эту причину. Эта причина послужит изменением вот этой ситуации. И вся иллюзия этой монолитности, нерушимости, она вмиг просто исчезнет. Так рушились советские, там, Советская империя, Российская империя, Вавилон, Египетская, Римская, Византийская. Все они вот так вот рушились. Та же Османская.
Так что ни в коем случае нельзя унывать, впадать в какое-то отчаяние. Да, сегодня мы, конечно, не в лучшем положении, мягко говоря. Но сколько было в нашей истории у нас было подобных ситуаций? Когда нас ранним утром 23 февраля 44 года сажали в товарные вагоны, отправляли в сибирские казахские степи. Я думаю, на тот момент наши отцы, наши матеря, для них это был такой самый страшный день. Никогда ничего более страшнее они не видели ни до, ни после. У нас в народе этот день называли Йоум аль-Кияма, день великого суда, великого стояния, да, так вот сравнивали. Настолько это для нас был тяжелый день. Дальнейшие там, 13 лет, проведенные в казахских степях, были просто катастрофичными для нас. Мы потеряли огромное количество, 30% нашего народа. Но мы после этого восстановились, мы вернулись, и в 90-м году мы такой сделали выстрел, который заложил прецедент в нашу историю. Мы создали собственную государственность, уже, к сожалению, не общекавказскую, да, у нас здесь не получилось, нас не поддержали. И мы впервые, наверное, в истории мы создали собственную такую чеченскую государственность. Это прецедент. Это очень мощный прецедент, который теперь дает нам некую вот эту точку сохранения, да, как в игре. Когда вы играете, у вас есть точки сохранения, которые вы потом обратно возвращаетесь. Там дальше, если вас убьют, вы возвращаетесь в эту точку сохранения. Вот у нас это такая точка сохранения, 90-е годы. Мы вот эту точку поставили. Теперь у нас мы возвращаемся, будем возвращаться уже сюда. Нам не нужно будет возвращаться в 18 век, 19 век. У нас вот здесь теперь есть эта точка, и она буквально вот сейчас она была. Поэтому это очень серьезный такой прецедент. В общем, отчаиваться нельзя, я лично не отчаиваюсь. Делайте дуа Аллаху. Когда вы просите Аллаха о том, чтобы Он прощал вам ваши грехи, о том, чтобы даровал вам какой-то успех, не забывайте и глобальные цели. Просите Аллаха, чтобы Он даровал нам этот глобальный успех, чтобы мы освободили свое государство, чтобы мы вернули власть, чтобы Аллах дал нам успех в его построении. Просите за умму в целом всех мусульман, не забывайте об этом. سأمحو رجس الصيون انتظريني انتظريني